Друзья, здравствуйте! Сейчас у нас еще декабрь, но пора подумать и о новом 2024 годе. Сегодня прогноз с 1 по 15 января уже 2024 года. Ну, в первой половине января покупать продукты наилучший день 8 января. Сразу вам скажу, что во второй половине января таких дней оптимальных для покупки продукта будет существенно больше. Засаливать огурцы и помидоры лучше всего начинать с 6 и 7 января. И в эти же дни, такое интересное совпадение, хорошие дни для создания домашнего вина, ну и более крепких напитков, если кто-то ими интересуется. То есть еще раз, и для первого, и для второго, 6 и 7 января. Для сушки фруктов, овощей, мяса наилучшие дни 8-9 января, напоминаю, 24 года. Приготовление варенья и джемов 14 и 15 января. Ну, теперь для любителей растений. Сбор редиски и других корнеплодов, которые многие из нас выращивают иногда дома, пока дачи еще закрыты на зимний сезон, наилучшие дни – это 1 и 2 января. Ну, если останутся силы после празднования Нового года. Сажать морковь, редиску и лук, но не зеленый, а именно, чтобы те, кто хочет получить луковицу, наилучшие дни 6 и 7 января. А вот для сажать цветущие растения, ну или растения приправы, наилучшие дни – это 14 и 15 января. Наконец, для борьбы с вредителями и с вредителями растений лучше все-таки подождать хотя бы один день, до 16 января. Но я об этом еще раз скажу, когда мы будем говорить о второй половине января. Прививка или опыление растений тоже лучше подождать до второй половины января. Точно так же, как для сбора, скажем, цветов, обрезания цветов, петрушки, травянистых приправ, лучше подождать до второй половины января. Ну и точно так же, это уже, наверное, не многие из нас, но если у кого-то есть, скажем, лимон или какие-то другие фрукты в домашних условиях, то тоже дайте им немножко, так сказать, дозреть и собирать лучше всего где-то уже в конце января, о чем я позже еще раз скажу. Точно так же для обрезки растений, если вы хотите ускорить их рост с помощью этой обрезки, то лучше подождать даже до февраля 2024 года. А вот обрезка растений для замедления их роста, вообще это уже апрель. Ну, точные числа сейчас, наверное, нет смысла сообщать. Для тех, кто занимается введением домашних животных, то для скрещивания и подобных операций, опять же, лучше подождать даже не до февраля, а до второй половины весны. То есть пока лучше немножко подождать. Ну и, наконец, очень важный день. Это день, оптимальный день, когда вы можете начинать какой-то проект, и у него больше шансов пойти легко и закончиться успешно. Это 13 января. Ну что ж, друзья, на этом мы прощаемся и до новых встреч. До свидания.